Еще раз добрый день, уважаемые дамы и господа. Напомню, вы слушаете радио «Народная волна» на частоте 1430 АМ, 99.1 FM, на нашем веб-сайте radionvc.com и на нашем YouTube-канале. И сегодня я хочу вам представить удивительную женщину. Ну, на мой взгляд, удивительную. На самом деле, человек такой непростой судьбы, а тоже прошедшая через эмиграцию, но не просто эмиграция, не в один день. Я давно слежу за ее публикациями. Она довольно много печатается не только в русскоязычных изданиях, но и в англоязычных. Те из вас, кто пользуется интернетом, наверняка слышали, знаете это имя. И я с удовольствием хочу вам представить. Да, кстати, я, по поводу сегодняшней программы, я все думал, как ее назвать, или назвать ее «Экскурсия в новую реальность», но потом как-то засомневался и подумал, может быть, скорее подойдет название «Экскурсия в орловскую реальность». Итак, с нами сегодня Татьяна Минакер. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте. Ну, не все наши радиослушатели, возможно, с вами знакомы, не все знают о том, о ваших публикациях, о том, что вы, кто вы. Поэтому первое, что бы я хотел, чтобы вы вкратце себя, ну, такое знакомство, скажем, первое знакомство с нашими слушателями. Вкратце о себе в нескольких словах, если это получится, потому что я знаю, трудно рассказать все, что происходило до эмиграции, потом в период ожидания, потом уже после эмиграции. Ну, начнем по порядку. Ну, меня зовут Татьяна Минакер, и я хочу сказать, что к девичьей фамилии Андрея Миронова я никакого отношения не имею, потому что меня всегда спрашивают, так чтобы я сразу эти вопросы закрыла. Я родилась в Ленинграде, в литературном совершенно центре. Это там, где практически жили все знаменитые русские писатели: Пушкин, Некрасов, Маяковский. Это такой район был в Ленинграде. Я потом только сообразила, почему так столько писателей там было, там издательства все находились. Это район Пески был, в общем-то, но там жил Бродский, Веропанова, то есть это все на расстоянии от моего дома было в 5 минутах, естественно, что литература это было мое призвание. Но писать мне не удавалось, потому что, вы знаете, я была всегда антисоветчицей, причем генетически, и естественно, что мне печататься было никак невозможно. Первый раз, единственная, так сказать, статья, которая обратила внимание на себя, это была моя статья в подполье журнале, которую даже цитировали в газете «Известия», но почему-то всех моих подруг по вот этой подпольной группе выслали, поскольку они не хотели уезжать, они были христианками, а меня, которая хотела уехать, не выпускали. Вот. Но в любом случае я училась в Ленинградском университете на философском факультете, на том самом, где училась Айн Рэнд знаменитая, но когда я туда пришла, уже, конечно, тех философов не было даже близко, школы никакой не осталось. Сначала Ленин в 22-м году всех выслал философским пароходом, а потом тех, кого не выслал Ленин, убил Сталин до 41-го года, с 38-го там всех философов перестреляли просто. Поэтому, когда я пришла туда учиться, там просто уже, как говорится, пусто было. Школа вся была уничтожена. Ну, интересным преподавателем, единственным, который у нас заслужил того, чтобы его слушать, как оказалось, это был молодой Борис Парамонов, который даже где-то за мной ухаживал и, провожая меня домой после лекции, говорил: Танюша, вы должны завести салон. А потом в 77-м году он взял в церкви справку, что он еврей крещенный, и уехал. А я осталась в отказе сидеть, будучи настоящей еврейкой. Вот. И это, в общем, все было, конечно, сейчас это смешно рассказывать, но тогда это была, конечно, колоссальная драма. Вот попытки выезда. Знаете, вот мой, как сказать, во многих моих веб-сайтах, во многих моих сайтах мой приключение – это мой пэсворд. И говорят, что если вы хотите понять, что человек из себя представляет, посмотрите его пэсворд. Это очень сильное открытие его душу. Вот я, к сожалению, рождена к страстью приключениям. Это, вы знаете, вот как человек рождается с музыкальным слухом, вот у меня страсть приключениям, и еще в университете моя подруга сказала: Таня, ты создаешь себе трудности, а потом героически их преодолеваешь. И вот это абсолютно всю мою жизнь я подтверждала ее, так сказать, предсказание. И если вот рассказывать
через что я прошла, почти все мои приключения были работа моих собственных рук, так как подача в эмиграцию, когда никого не выпускали, и подача, выезд в одиночку с двумя детьми, там один из них в грудном возрасте. Даже мое поступление на философский факультет было полным идиотизмом и приключением, потому что я училась, вот в этот момент училище при консерватории, должна была идти по музыкальной стезе, так сказать, относительно накатанной для людей еврейского происхождения в то время, потому что это как бы вот такая вот еврейская музыкальная школа существовала длительно, она давала государству пианистов и музыкантов, которые зарабатывали валюту, поэтому на это смотрели снисходительно, евреи пускали туда работать, и они там с удовольствием работали, зарабатывали приличные деньги. Но я почему-то, решив, что вот это не то, что мне нужно, я решила поступать на философ факультет, что тоже было идиотским приключением, которое, в общем, прямо скажем, не самым лучшим способом украсило мою жизнь. Но в любом случае сегодня уже поздно что-то менять, и я могу сказать только одно, что вот эта цепь приключений, музыкальное училище при консерватории, потом Ленинградский философский факультет, потом, естественно, невозможность найти работу с еврейским паспортом и дипломом философа. Я попадаю совершенно случайно по конкурсу на место концертмейстера Ленинградского мюзик-холла. Это тоже приключение было колоссальное совершенно, потому что я объехала весь Союз на гастролях, аккомпанировала очень известным певцам, там Сергей Захаров был моим, так сказать, певцом, которым я аккомпанировала. Потом я, значит, наездившись с приключениями по Союзу и поняв, что жизнь, вот, которой все завидуют, вы знаете, масса людей завидуют артистам, особенно мюзикл, казалось, это такой был праздник жизни, там балерины танцевали, я им аккомпанировала, а это на самом деле был вообще совершенно чудовищный образ жизни, по сравнению с которым образ жизни инженера в коммунальной квартире, зарабатывающего $110, это был большой подарок, потому что вы себе плохо представляете, что такое была советская провинция после Москвы-Ленинграда. Вот мы в Москве, правда, полгода работали, но, в принципе, это было что-то страшное, совершенно такой перепад в образе жизни и такая нищета и скудость, и, в общем, очень страшное впечатление производил Советский Союз для человека, который вырос и жил в Ленинграде. Надо сказать, что я очень быстро поняла это, и, уйдя из мюзик-холла, я попыталась устроиться в Ленинградское экскурсионное бюро экскурсоводом, что тоже удалось мне далеко не сразу, потому что, как мне объяснили, там и так уже было достаточно евреев. Но опять мое приключение, я там начала заниматься художественной самодеятельностью, поскольку я канкан все время аккомпанировала, я работала, как говорится, с мюзик-хольным балетом. Вот, и я там выстроила девочек в ряд, научила их танцевать канкан, и после этого меня вызвал к себе в кабинет главный методист, бывший полковник КГБ Иванов, и спросил: вот если мы вас возьмем в штат, вы будете вести самодеятельность? Я сказала: ну, конечно, давайте, я с удовольствием. И вот меня так взяли в штат. Совершенно прекрасная организация, я считаю, это было одно из лучших мест в Ленинграде. Это было Ленинградское экскурсионное бюро, где я водила экскурсии блок Зощенко Ахматова, где я водила экскурсии Пушкин в Петербурге, ездила в Пушкинские горы, где мне удавалось, так сказать, видеть все и видеть страну через туристов, которые в Ленинград приезжали. Это тоже было очень интересное зрелище. Но в любом случае я говорила себе: боже мой, я стою у могилы Ахматовой, читаю ее стихи, и мне еще за это платят деньги. Это было, конечно, так сказать, уникальное везение. Вот. Но, к сожалению, вот тут начинается ситуация с эмиграцией. Для меня это было тяжело расставаться с этой работой, но мой муж очень настаивал, это было условие моего замужества, что мы поедем в эмиграцию. И вы знаете, конечно, мы никуда не уехали, потому что в этот период далеко не всех выпускали. Вы помните, что, собственно говоря, это была какая-то тоже очень странная эмиграция,
это был, был обмен элементарный. То есть в этот период Советский Союз находился в ужасном состоянии, в смысле зерна, там, продуктов. И Америка и Канада продали невероятное количество зерна Советскому Союзу, практически остановив голод, который надвигался, об этом не так многие знали, и в обмен на эмиграцию. То есть, условно говоря, нас выменили на зерно. Но тем не менее, все равно выпускали далеко не всех. Естественно, выпускали в первую очередь криминальный элемент, который, так сказать, создал в Нью-Йорке колоссальную русскую мафию. И об этом я тоже очень хорошо знаю, потому что когда мы сели в отказ, то есть мне пришлось уволиться с работы, фиктивно устроиться машинисткой в сумасшедший дом, чтобы не портить начальнику, так сказать, моей начальнице, хорошей очень женщине, ее партийную карьеру. И мы подали на миграцию, нам отказали. И вот тут начался невероятно интересный период, тоже других уже совершенно приключений в моей жизни. И этот период ознаменовался тем, что я сумела познакомиться с ленинградским еврейством, не только ленинградским, ко мне приезжали документы печатать со всего Советского Союза. Почему, я вам объясню. Дело в том, что в тот момент подача документов, это было очень, на выезд, это было очень тяжелое и очень тонкое дело. Например, надо было очень хорошо его знать. А у меня было два достоинства, что, во-первых, я очень быстро печатала, поскольку я была пианисткой, у меня была очень высокая скорость, и я делала пакет документов, которые другие делали за там, 2 недели, я его делала за полдня реально. Вот. А потом, поскольку у меня быстро накопился опыт, то я уже знала, что если, например, подает семья, где ребенок во втором классе, и у этого ребенка, так сказать, нет справки от директора школы, что он знает, что родители уезжают поганый Израиль, то всю семью остановят в подаче документов. А что такое семья остановлена в подаче документов? Это значит, что люди фактически без работы, целая семья, 3 поколения, они не знают, что с ними будет завтра. У них сын, которого каждую минуту могут забрать в армию. И если это останавливается на 2 недели, для них это катастрофа. Естественно, люди уже передавали меня друг другу, ко мне приезжали из Астрахани, из Киева. И вот я сидела и печатала документы с утра до вечера. Это был безумно интересный опыт, безумно интересный. Об этом можно киносценарии писать, потому что, например, вот такой момент, ко мне не только евреи приходили, в те времена многие уезжали, пытались уехать, люди пытались уехать через фиктивные браки. И вы знаете, вот просто такой интересный момент, у меня была знакомая такая, Люда Богачева, ну сейчас это уже можно говорить, она танцевала в первом ряду ленинградского мюзикла, потрясающей красоты блондинка, балерина высоченная. И ее пытался выцарапать ее муж, которым они что-то поссорились, он уехал один, жил в Германии, и потом он стал пытаться ее выцарапать. И для того, чтобы ее выцарапать, он ей прислал негра из Руанды, чтобы фиктивно зарегистрироваться. А этот негр, кроме 10 тысяч долларов, что тот ему заплатил, он еще хотел холодильник, поскольку у них в Руанде в тот момент холодильник имел только премьер-министр и министр торговли. И он должен был стать 3-м человеком, который будет в Руанде иметь холодильник. И вы знаете, этот холодильник ушел с моей кухни, потому что он потребовал, чтобы холодильник был подержанный, поскольку он не должен был платить пошлину при въезде в Руанду. Понимаете? То есть вот она уехала благодаря этому браку, я была свидетелем этой свадьбы, надо было видеть этого с вот такой туфлей носом руандийца, который ей чуть не по пояс был. Она высокая, красивая, белое платье с золотым поясом в дворце бракосочетания. И вот, понимаете, вот таких историй я могу целый, знаете, сериал написать, понимаете? Потому что жизнь, она гораздо интереснее, чем любое кино и любая книга. Я, конечно, могу сказать, что трагедий, когда я работала в этой машинисткой, я насмотрелась на всю свою жизнь. Потому я уехала с такой лютой ненавистью к советской власти. Я вам хочу сказать, что когда я подавала документы, я была еще совершенно, так сказать, другим человеком. Потому что я работала на любимой работе. Причем я была с русской литературой, которую я обожала. Меня обожали все на работе, потому что я их всех развлекала игрой на рояле. У нас постоянно
постоянно какие-то были капустники, там танцы. И тут вдруг я уезжаю, бросаю эту работу, я вынуждена ее потерять. И у меня совершенно боль была от расставания со всем, что я любила. А когда я попала в отказ и увидела весь этот ужас человеческих трагедий, людей, которые пытаются попасть на похороны отцов, их не пускают, сыновей, которые приходят в черном горе, потому что у него в Израиле умирает мать от рака груди, и он не, понимает, что он ее не видит перед смертью, над ним издеваются в Авире. Вы знаете, я насмотрелась на такое, что у меня такое было впечатление, что у меня по пишущей машинке текла кровь просто. Понимаете, потому что люди, каждая семья, это была чудовищная трагедия. И это было, понимаете, это было на такое насилие этого мерзкого общества над человеком, что я, наверное, даже близко не была такой антисоветчицей, когда я попала в отказ, и какой я стала перед своим отъездом. А кроме того, я еще попала в подпольное еврейское образование. Просто, вы знаете, как все дети, будем так говорить, русско-еврейской интеллигенции, об еврействе мы вообще ничего не знали. Я в свои 30 лет не знала в тот момент, что шаббат начинается в пятницу. Вот. Но поскольку у меня постоянно шел поток евреев, кто-то мне спросил, что вот почему вы не знали, еще не с нами, а что значит с нами? Ну вот меня пригласили, и я выяснила, что существует огромный круг в Ленинграде и в Москве людей, которые занимались иудаизмом, ивритом. Ну и вот мне, которая была большой русской интеллигенткой, но абсолютно, я даже говорю, что я не знала, что шаббат начинается в пятницу. Вот это все было колоссальное открытие для меня. Я печатала очень много, поскольку, опять же, я пианистка-машинистка, я печатала очень много уже в тот момент самиздата. Очень много я печатала самиздата. Ну, первая, так сказать, огромная работа, это был, были стихи Игоря Губермана, я печатала бесконечно, потому что это был друг моего друга, который в лагере сидел там, и я распространяла эти стихи, то есть печатала на машинке. Ну, и очень много потом по иудаизму я печатала работ, вот, и благодаря этому получила кое-какое еврейское образование. Ну, естественно, нас арестовали, то есть это все было очень интересно, потому что у меня были подруги христианки, я одновременно им помогала тоже, вот, они, это было такое подпольное христианское движение, может, вы слышали, была такая женщина-философ Татьяна Горичева, она даже была, это была моя ближайшая подруга по университету, она даже была, так сказать, человеком, которого принимал кардинал, ставший впоследствии папой римским, она с ним переписывалась. Ну, в общем, очень высокого класса философ она была. Вот. И ее, и вот группу женщин с философского факультета, они все были христианки, одна была еврейка, их всех выслали как раз перед Олимпиадой. Вот. Я для них печатала тоже документы и работы, подпольные журналы. Ну, в общем, у меня была очень странная жизнь, когда я сидела в отказе, очень странная. Но это было очень, так сказать, даже трудно описать, поскольку материально я никогда не имела таких огромных денег. Пакет документов в городе, который печатался на подачу, стоил 50 рублей. Я делала 2 пакета в день. То есть это реально была в день зарплата инженера. Понимаете, то есть я никогда в жизни такого количества денег не имела. А с другой стороны, понимаете, я попадала в аресты в какие-то, вот 2 раза меня арестовали во время подпольных занятий иудаизмом, вот, и вот как-то все это было, ну, прямо сказать, сюрреализм. Сегодня это смотрится просто как сюрреализм полный, вот, а вообще-то я смогла все-таки получить понимание в тот период, понимание, что такое еврейство, получить еврейское образование вот на этих подпольных курсах, и поэтому, когда я уже пересекала границу, в Италии меня встретила, уже приобрела какую-то известность, я очень много помогала подпольному еврейскому образованию, и меня в Италии уже встретил эмиссар Любавического Рэбе. Вот. Ну, что еще интересного можно рассказать по этому поводу? Я уезжала по фиктивному браку, потому что в те времена выехать, мы сидели уже почти в отказе 10 лет уже почти, вот, это было очень тоже странное и тяжелое время. И, конечно, я уезжала по фиктивному браку, мне прислали американца, который на мне женился.
Вот. Но в этот момент у меня родился ребенок от настоящего брака, и, в общем, это была очень тоже странная история. Я говорю, что мой девиз – это adventure, это приключение. И я фактически выезжала уже с грудным ребенком на руках и со второй девочкой, которой в этот момент исполнилось 8 лет. Я так понял, вы через Италию ехали. В каком году это было? Вы знаете, я ехала через Италию. Это очень тоже странная была история, потому что в тот момент выезда вообще не было. Это был 85-й год. Вообще выезд был закрыт полностью. Это уже было после афганского вторжения, и эмиграция закрылась совершенно. Вот. И меня... Поскольку дело в том, что мой фиктивный муж признался Госдепартаменту, что он меня вывозит просто, чтобы помочь отказниться, чтобы меня вывести. Я об этом не знала, поскольку, как вы понимаете, в те времена телефонной связи особой не было. И получилось так, что я приезжаю в московское консульство, говорю, там, люблю там Роберта, хочу жить с ним в Аризоне, мне дают понять, что они знают, что брак фиктивный. Но там тоже все прослушивалось, говорить было нельзя. И вы знаете, я била кулаком себя в грудь и кричала, что люблю Роберта, хочу жить с ним в Аризоне. Вот. А тем не менее, вы знаете, умная, так сказать, консульша уже ленинградская мне объяснила, так сказать, нашла способ мне как-то это объяснить. Что, вернее, она сказала так, что вот всякое же может случиться, мы на всякий случай дадим вам статус беженца. Вдруг у вас что-то произойдет с вашим мужем. То есть они знали, что фиктивный брак. И я фактически, а я этого не знала, что они знают. Это была очень интересная история. Вот, и я отбивалась всячески от того, чтобы меня отправляли в Рим, а они меня все-таки отправили в Рим, и только там я поняла, что происходит. Вот, и я летела одна в самолете с двумя детьми. Это было вообще первый раз в жизни. У меня такое было, меня кормили икрой в первом классе, потому что больше никого не было. В те времена просто никто никуда не летал. Это был бойкот Советского Союза, и, в общем, там была жуткая какая-то ситуация дипломатическая. И когда мы приземлились в Риме, вы знаете, буквально через полчаса мы уже приехали в гостиницу, и там была страшная паника в гостинице в этот момент. Я не знала, потом я только узнала, что в тот момент, буквально как только мы отъехали от аэропорта, если вы помните, это была первая двойная акция палестинских террористов, когда расстреляли 26 человек в аэропортах Рима и Вены, Эль-Аль авиалиния была расстреляна. И, вы знаете, это совпало с моим выездом из аэропорта и приземлением. Поэтому, когда я уже приехала в Рим, я была в полном ужасе. Я думала, что мои родственники в Ленинграде подумают, что я попала в этот расстрел. Потому что он точно совпадал по времени с моим пребыванием в аэропорту. Вот. И я сделала все попытки, чтобы им сообщить, но в гостинице телефонов не было. Это было Рождество, 25 декабря. И, в общем, мне невероятного труда стоило добиться телефона, добраться до телефонной будки там на станции там в городе Риме. И вы знаете, когда я позвонила в Ленинград об этой катастрофе, трагедии, там массового расстрела в аэропортах Рима и Вены, никто не знал. То есть, естественно, это были палестинские террористы, это сделали, которые тренировали в Советском Союзе, что я тоже хорошо знала, потому что, когда я работала экскурсоводом, ко мне приезжали довольно странные группы из Казахстана. И эти группы, они имели... обычно у меня всегда, когда группа была туристическая, я получала наряд. И я знала, откуда эта группа, там, завод Ломоносова, там, из Ленинграда, там, или там, из Караганды, там, мясная фабрика, предположим. А тут я получала очень странные, абсолютно чистые наряды, без того, чтобы указания, кто это были, что это были. Но я с ними разговаривала, они же кое-как знали русский язык. И я выясняла, что это были люди, которых, в общем-то, тренировали в Казахстане на каких-то военных лагерях. А потом, когда я все это собрала, это были палестинцы, которые Советский Союз тренировал. Вот. И естественно, что и готовился эти террористические группы, это в 70-е годы было, я работала с ними. Вот. И естественно, что вот
Это было, так сказать, первое, так сказать, начало их такой активной международной деятельности, этот расстрел. Вот. И я приехала, я была в Риме там 2 недели, вот, а потом меня отправили в Аризону, туда, где вот находился мой эффективный муж. Давайте мы на ваш американский период начнем в следующем сегменте после небольшой рекламной паузы. Хорошо? Окей. Договорились. Мы возвращаемся к беседе с этой замечательной женщиной. Напомню, мою сегодняшнюю соведущую зовут Татьяна Минакер. Татьяна, позвольте мне несколько цитат из комментариев с YouTube. Вот поскольку мы идем в лайв-стрим, то вот я позволю себе. Какой прекрасный гость сегодня, чудесная умная женщина, а какие экскурсии у нее, заслушаешься. Еще один талантливый, интересная женщина, слушать одно удовольствие. И такие комплименты в ваш адрес. Ну и наш местный слушатель пишет, как мне все это знакомо. То есть многие проходили. Я должен сказать, что Яков Стрельчин проводил целый цикл передач под названием «Евреи борьбы». И там, в частности, рассказывалось в этих программах о людях, которые сидели в отказе, некоторые из них попадали в лагеря, сидели в лагерях. Вы непременно должны были стать одним из героев его цикла. Ну что ж, мы попробуем наверстать упущенное. Итак, давайте попробуем начать с вашего американского периода. Там тоже были очень интересные вещи с вами происходили. Вы знаете, вы меня слышите? Да, да, все нормально. Отлично. Вы знаете, как говорила моя мама, что если во всем Ленинграде найдется хотя бы одна лужа, ты обязательно ее найдешь и в нее влезешь. Вот я отношусь к людям, которые просто привлекают к себе приключения. И вы знаете, когда даже я приехала в Аризону, ну, будем так говорить, мне же надо было еще вытаскивать своего эффективного мужа, своего настоящего мужа, и тоже делать ему эффективный брак, потому что в те времена это был единственный способ тогда выехать из-за отказа. Другого способа просто не было. И вот когда я попадаю в Аризону, ну, представляете себе, из ленинградского тумана, где там солнце было 2 месяца в году, и то по обещанию, мы все ходили, так сказать, бледные из-за того, что недостатка солнца и витамина D. И вдруг я попадаю в Аризону, где сумасшедшее абсолютно солнце, которое, самое главное, даже не жара, а именно вот это невероятно яркое солнце, которое в 6 утра поднималось, и в 12 ночи уходило только. И никакие темные очки от него не спасали. Страшная совершенно реальность после Ленинграда. То есть, вы знаете, это был шок просто неописуемый, поскольку, вот представляете, 5-миллионный город, где на тротуарах тесно, где невозможно пройти, кого-то плечом не толкнув. И вдруг вы оказываетесь в абсолютной пустыне. То есть вы представляете, что такое Аризона, Финикс, где поле гигантское одноэтажных домов, несутся машины в полной тишине, потому что никто, так сказать, ни с кем не сталкивается, это шестиполосные дороги уже в то время были, и нет тротуаров, потому что люди практически не ходят по тротуарам, их нету там. То есть марсианская совершенно какая-то реальность вообще, спросить не у кого, куда пойти. Без машины просто делать нечего, потому что люди садятся в машины в 15 лет и в них умирают. То есть, вы понимаете, я приехала из страны, в тот момент в Советском Союзе только 2% населения водило машины. Я попадаю в реальность, которая вся построена на машинах, понимаете, на том, что люди выезжают из гаража на улицу, а из своего дома выезжают на улицу, у них уже выход в гараж, из кабинета, из туалета, из спальни. То есть это очень непросто было представить, и приспособиться к этой жизни тоже было непросто. У меня на руках был грудной ребенок в тот момент. Я приехала в Аризону с 10-месячным ребенком, девочке было 8 лет, и я должна была бороться за вывоз своего мужа, отца моих детей. И вот это было самое тяжелое, потому что английский у меня был
посредственный очень. И самое смешное, что работу я нашла через 2 недели. Я села опять играть на рояле. То есть я попала в балетную школу к концертмейстерам. Меня послушали, сказали, выходи на работу. Но вот это была проблема. Дело в том, что за 2 года я не слышала ни одного английского слова, кроме N1, N2, N3, N4. N1, N2, N3, N4. И я сидела иногда вот в этом балетном классе и думала, господи, уехала я куда-нибудь или не уехала. По-моему, я по-прежнему сижу и аккомпанирую балету, как я это делала в Советском Союзе. Ну, в общем, это было плохо, потому что мой английский совершенно был на нуле, и он не улучшался совершенно, потому что никакого общения во время работы у меня не было. Ну, Аризона, конечно, была тяжела невероятно своим ослепительным солнцем, очень странными людьми, которые... Вы понимаете, там был еврейский центр, как бы такой, ну, типа Jewish Family and Children Services, но это все были евреи, которые уехали туда в основном во время Великой депрессии. И у них вообще, вы знаете, даже понимание того, что происходило на восточном побережье, было очень слабое, а уже понимание того, что происходило в Европе во время... У них вообще этого не было. То есть они были, ну, настолько отмороженные. Это, вы знаете, трудно даже описать. То есть вот общих... Вот, вроде ты разговариваешь с человеком, он просто... Ну, никаких точек соприкосновения нет. Они ничего не понимали. Они не понимали вообще, что человеку, который приехал там из страны, ну, будем так говорить, на тот момент по сравнению с Америкой, это была страна третьего мира, там кроме вооружения ничего не было реально. И, понимаете, они не понимали, что надо человеку дать возможность за руль сесть, они не понимали, что я не вожу машину, и что мне бутылку молока не купить, поскольку он, первый магазин там за 5 километров, и я не могу вообще даже элементарно детей накормить, чтобы что-то купить. То есть они просто... Они меня водили по ресторанам и кормили устрицами, и считая, что это вот самое важное, что мне нужно. Ну, единственное, действительно, кто мне пришел на помощь, это был Хабад. То есть, вот вы знаете, Хабад – это очень мощная организация, которая очень многое понимает и очень многое знает. Они сделали самое важное, что можно, в тот момент мне было нужно. Они сняли у меня с рук ребенка и взяли его там, в ясли при Хабаде, и я смогла чем-то заняться. Я смогла заниматься английским, научиться водить машину и, в общем, как-то начать входить в американскую жизнь, а самое главное, собирать деньги, знакомиться с людьми для того, чтобы устроить фиктивный брак своему мужу, отцу моих детей. И, в общем, это заняло тоже огромное время, огромные силы, потому что это почти 2 года заняло, чтобы его вывести. Ну, вообще, вот вся эта операция по выезду моей семьи, она заняла столько лет и столько сил, что если бы я эти силы потратила в Америке на любой бизнес, я бы сегодня была мультимиллионершей. Потому что это практически самое лучшее время жизни, самые лучшие годы жизни, 25, скажем, до почти 40 наша семья выбиралась только. Только выбиралась из Советского Союза. И таких семей были тысячи, тысячи и тысячи. Вот тех, кто легко уехал, я знаю, у меня много таких друзей, которые подали в 70-х годах на выезд и уехали через 40 дней. Они даже близко ничего не поняли. Они не поняли ни откуда они уехали, ни куда они приехали. У них не было на это времени. Многие до сих пор не догадались. Вы знаете, вот это я так начинаю понимать иногда, что, может быть, отказ... Он дал мне возможность многое понять, а самое главное, что он меня лишил ностальгии до конца моей жизни. Вы знаете, когда я увидела, как эта страна расправляется со своими гражданами, какие страдания она причиняет, с каким садистским удовольствием они издеваются над людьми, вы знаете, навсегда у меня ностальгия исчезла. Никакой ностальгии даже по такому прекрасному городу, как Ленинград. Ведь это практически самый был красивый город в Советском Союзе и один из самых красивых городов Европы. Никакой ностальгии абсолютно никогда, ни на секунду не было. Вот. И я вам хочу сказать, что мое пребывание в Аризоне, ну, показало мне еще разницу в ментальности людей, в их поведении, в отношении друг к другу. Вы знаете, вот сегодня уже в таком городе, как Сан-Франциско, той Аризоны, человеческой Аризоны, которую я увидела, когда приехала, где все дома были открыты,
Вы понимаете, что при мне состоялось первое ограбление в городе Аризона, в котором это огромный гигантский город, столица, простите, это город Феникс, I'm sorry, город Феникс, это огромная столица штата Аризона. При мне в 86 году там состоялось первое ограбление дома, вот, и я просто случайно, так как казалось, я знала хозяйку, у нее украли коллекцию наперстков, вот, а люди оставляли машины с ключами в зажигании и уходили на шопинг на 2-3 часа. То есть, понимаете, честность была такая, что это, вы знаете, вот это, я помню, это было потрясение, которое меня, самое первое потрясение, вот это честность жителей, честность людей, которые меня окружали. Вы знаете, вот это, наверное, то, что создало Америку. Сегодня это очень мало кто понимает. Я писала на эту тему целый ряд статей, и это еще... Айн Рэнд очень четко объяснила в своих работах о том, что не богатство создает мораль, а мораль создает богатство. Вот это то, почему Америка стала такой богатой страной, и то, что она сейчас, к сожалению, теряет. Потому что сегодня в городе Сан-Франциско, где я живу, и где я живу уже больше 30 лет, здесь уже сегодня машину на улице оставить нельзя, и потому что очень много шансов, что вас выбьют стекла и ее ограбят. Совершенно другой уровень преступности был, когда мы приехали. Ну, это многие эмигранты говорят наши. Совершенно другой уровень жизни был. И вы знаете, вот это было вот как раз для меня в Аризоне очень важно, потому что я, конечно, испытывала большие мучения, как человек, оказавшийся... Я в Ленинграде жила в большой любящей семье с дедушками, бабушками. Конечно, мне помогали с детьми. Я могла уехать в любое время куда угодно. Там, ну, до рождения второго, конечно, ребенка, я имею в виду первым ребенком. И тут я остаюсь одна, один на один, с двумя детьми, с тяжелейшей и страшной необходимостью вытаскивать мужа из отказа из Советского Союза. Я остаюсь с необходимостью деньги насобирать на это. Вы представляете, я нашла ему невесту в конце концов, нашла лесбиянку, причем это был уже четвертый брак, первые три сломались. И вы знаете, я уже делала вот этот... Она отказалась ехать одна, она была испугана возможностью ехать одна, то есть ей надо было еще компаньонку найти и отправлять их. И когда я уже вот составила первый выезд, и надо было три раза отправлять. Сначала подача документов на брак, знакомство, подача документов, вот, и то есть там три поездки должно было состояться. И вы знаете, потом сам брак, в общем, это знакомство, подача документов и сам брак. И вы знаете, она отказалась ехать одна, и мне надо, я уже все организовала для первой поездки, и вдруг оказалось, что я не сообразила, что для того, что это был Labor Day, и американское консульство в Ленинграде, как все консульства и посольства, были закрыты. И вот эта поездка ломается, это. Вы понимаете, я помню этот ужас, что вот все сломалось, эти билеты надо заново делать. То есть это, не, я вам говорю еще раз, что если бы ту энергию, что я потратила на вывоз семьи из Советского Союза, из отказа, я потратила бы на любой бизнес здесь, я не знаю, чего бы я достигла. Потому что только вот даже элементарно отправка фиктивной невесты три раза в Советский Союз со всеми, так сказать, со сбором денег, с билетами, оформлением билетов, оформлением всех виз и так далее, это все я делала, понимаете? И при этом я должна была работать, и при этом я должна была учить английский язык, при этом я должна была обслуживать детей. У меня ребенок был, которому не было года, а потом ему год там исполнился и так далее. И девочка была маленькая. То есть это была очень непростая ситуация. Но вы знаете, я вам хочу сказать, что если бы я не оказалась в отказе, не прожила там, не промучилась там 10 лет, я бы страдала. Здесь мне все страдания казались радостью, потому что я понимала, что я вытащу семью из этой мерзости, из зубов этой крысы, которая называлась Советский Союз. Вы знаете, что интересно? Что это не мои слова на самом деле, как ни смешно. Это слова Беллы Ахмадулиной. Она приезжала, жила у меня в доме, приезжала уже в Сан-Франциско, и она на одном из выступлений, которое я ей организовывала, она сказала: «Ненавижу эту страну, которая своими крысиными зубами загрызает самое лучшее, что у нее есть». Вот я хотела вытащить свою семью
из зубов этой крысы. И вот на это я потратила, ну, я не знаю, уже года отказа и первые, полностью первые два года, даже два с половиной, потому что надо было потом еще стариков вывозить, своей жизни в Америке. Давайте перейдем уже к несколько иной, так сказать, части вашей жизни, когда уже все было решено. В каком году вы переехали в Сан-Франциско? Вот этот период. Я переехала в конце 87-го года. И как сложилось? Я приехала в Сан-Франциско, да. Вот как только приехал мой муж, я его вывезла, и мы решили переехать в Сан-Франциско. И основным толчком было то, что никто из наших стариков, которых мы должны были вывозить, машины не водил, а в Аризоне без машины нечего делать. Понимаете? То есть вы не можете ни... Вы понимаете, что там происходило? Предположим, какой-нибудь там концерт для пожилых людей. Я имею в виду, это не только в Аризоне, это и в Лос-Анджелесе где-то там, и вдруг как раз они начинают вставать. Артисты не понимают, что происходит. Один встает, другой встает и уходит из зала, уходит. Оказывается, за ними приезжают дети, чтобы их увезти домой. Они не водили машины. Вы забыли, что советские старики в те времена машины не водили. Никто их не водил. Их было людей, которые имели частные машины, было очень мало. Сегодня это мало кто помнит. Вот. И поэтому я понимала, что они жить, им, у них не будет там жизни, это будет тюрьма. Реально. Понимаете, в Аризоне для них будет тюрьма, и поэтому мы поехали в город, где могли жить старики, ходить, там и автобусы ходили, вот это был город Сан-Франциско. И вот туда мы переехали в конце 87-го года, и уже там начали, и я по сегодняшний день там живу. Ну? Вот. Сан-Франциско очень своеобразный город. Это вообще, конечно, о нем можно писать книги, рассказывать, и он меняется непрерывно. Вот. То есть тот Сан-Франциско, в который я приехала, это был совсем другой город. Город, который был там в конце 90-х, это тоже был другой город. То есть Сан-Франциско очень меняется, как и меняется Америка. Но, к сожалению, я могу сказать по своим наблюдениям, как социолог уже и философ и так далее, и как журналист. 10 лет назад я начала писать статью «Сан-Франциско is American Future». То есть все, что происходило в Сан-Франциско 10-15 лет назад, сегодня обвалилось на всю Америку. И это, к сожалению, огромная катастрофа. Поэтому, если вы хотите знать, что будет дальше, приезжайте в Сан-Франциско. Здесь все начинается, к сожалению. Да, Сан-Франциско. На Сан-Франциско ориентируется Демократическая партия и ставит в качестве примера. Я знаю, что на этом ваше, так сказать, образование, я имею в виду философский факультет Ленинградского университета, не закончилось. Вы ведь учились и в Америке. Да, вы знаете, дело в том, что у меня всегда был комплекс неполноценности, связанный с моим английским. То есть вот, у меня был хороший английский, но вы понимаете, я литератор, я журналист, я очень много писала, я очень много публиковалась. И у меня всегда было желание писать по-английски и, как говорил Набоков, довести свой английский до уровня своего русского. Вот. Ну и как-то, вы знаете, как ни странно, толчок мне дал Иосиф Бродский к этому. Мы встретились, он приезжал к нам. Я тогда работала, моя работа была в редакции, первая это была работа в редакции газеты «Новая жизнь», это была эмигрантская газета в Сан-Франциско. Вот, я там работала, и мы принимали там Иосифа Бродского, и вот мы с ним разговаривали, мы сидели с ним за одним столом, он говорит, я начала, знаете, как все иммигрантские писатели, я припала к его груди и начала жаловаться на несчастную судьбу иммигранта, пишущего на русском языке в Америке. И он таким посмотрел на меня, знаете, с таким непередаваемым петербургско-ахматовским снобизмом, который я очень хорошо знала, потому что в Ленинграде я была знакома с кругом друзей Ахматовой. И вы знаете, он так на меня посмотрел сверху, он посмотрел и говорит, а кто вам сказал, что вы вообще можете писать только кириллицей? И вот эта фраза Бродского как-то меня так больно резанула, вы знаете, что я начала исследовать возможности поступить, изучать английский. И я, а тут как раз что-то произошло, у меня был туристический автобус собственный, у меня вообще очень хорошая компания была, я же очень многие большие деньги зарабатывала. Мы об этом поговорим отдельно, а пока про университет. А потом
потом у меня был туристический автобус, его взорвали, и молотов коктейль бросили, я осталась без автобуса, и тут я решила, что раз такое дело, надо пойти учиться. И я пошла учиться на факультет English Literature, английской литературы и Creative Writing, по Double Major. То есть у меня двойная профессия. Это английская литература и творческое письмо. И вот я поступила в Сан-Франциский университет на full-time, то есть полный студент, на, так сказать, в таком возрасте, ко мне одновременно за один... У меня в этот момент уже были почти взрослые дети. То есть один из них заканчивал high school и поступал сам учиться. То есть, да, и, в общем... Девочка у меня уже закончила, уже уехала, так сказать, жить с отдельной жизнью собственной. И у меня еще, значит, был младший сын в школе. Вот. И я в этот момент вдруг стала студенткой, причем студенткой с самого, будем так говорить, на втором месте после Беркли коммунистического университета в Калифорнии. Вот этот треугольник университетов – это Беркли, Сан-Франциско Стейт и Ирвайн. Это Санта-Крус университет, где преподает Анджела Дэвис. Вот эти три университета, ну, они просто, вы знаете, это такие коммунистические промывочные пункты. Они там промывают мозги студентам, делают из них коммунистов. Ну, я думала, что это несчастье, так сказать, только моего университета, но потом уже, когда я стала наблюдать за тем, что происходит с моими собственными детьми в университете, я поняла, что это общая трагедия, и это отдельная, страшная абсолютно тема, потому что, если бы не это, то того, что происходит сегодня, не было бы. Кто-то правильно сказал, что Обама даже выиграл не в voting booth, а выиграл он в классных комнатах, в студенческих аудиториях. И никто, как я, не может этого подтвердить, потому что я как раз училась с 2002 по 2007 год. Я училась в Сан-Франциско Стейт Юниверсити, в университете Сан-Франциско. И первая моя статья, которую я написала на английском языке, она называлась... My second Marxist indoctrination, то есть моя вторая марксистская индоктринация, потому что первую я получила в Ленинградском университете, а вторую я получила уже здесь, в Сан-Франциско университете, и написала на эту тему целый ряд статей, и, конечно, это катастрофа чудовищная для Америки, это тема отдельной передачи, потому что это колоссальная, огромная тема, очень страшная, потому что то, что произошло в России 100 лет назад, сейчас реально повторилось в Америке просто по нотам. Будем так говорить. И точно так же, как в России, вот либеральные профессора, они, в общем-то, подымали, так сказать, коммунистическую революцию, то же самое они делают сейчас. Здесь уже сделали реально. То есть она произошла и, так сказать, завершилась полной победой вот в ноябре прошлого года, к сожалению, и абсолютно со всеми, так сказать, причиндалами этой революции, когда Ленин говорил, что давайте, значит, первый приказ – это захватить газеты, захватить телеграфы, захватить вокзалы. Вот газеты и телеграф здесь уже захвачены, это интернет, это медиа полностью захвачены, ну, вы можете их называть как угодно, неомарксистами, прогрессивистами, социалистами, это все из одной оперы. Они все выходят из коммунистического манифеста, две страницы Маркса и Энгельса. То есть абсолютно все, что сегодня происходит, вы можете найти там. Это всего лишь две страницы. Возьмите просто на Google коммунистический манифест и посмотрите. Abolition of family, значит, abolition of property, они, так сказать, налогами уничтожают людей, которые зарабатывают и отдают это бездельникам и идиотам. Ну, это тоже отдельная тема, на которую мы можем на которой мы с вами обязательно поговорим. А сегодня, к сожалению, наше время подходит к концу, а нам не удалось в полной степени, так сказать, даже представиться. Я думаю, что в следующий раз, я очень рассчитываю на то, что наши встречи будут регулярными, ну, хотя бы раз в две недели, и в следующий раз мы вернемся к университету и что произошло в университете
с вами. Это тоже отдельный случай, который заслуживает внимания. Татьяна, огромное спасибо, судя по реакции наших зрителей, слушателей. Спасибо вам. В Ютьюбе. Они будут ждать с нетерпением нашей следующей встречи. И я, если вы не возражаете, давайте пообещаем, что через 2 недели, снова во вторник, мы встретимся в эфире и продолжим наш разговор. Еще раз. С удовольствием. Еще раз огромное спасибо. Если какие-то вопросы... Были вопросы в течение, мне просто не хотелось вас прервать. Я думаю, что когда мы, так сказать, уже более-менее познакомимся с нашими слушателями, мы обязательно будем открывать телефонные линии для вопросов. Просто мне не хотелось перебивать, потому что прервать вас невозможно. Рассказ очень интересный, очень содержательный, очень динамичный. А вопрос мог несколько увести в сторону, а мы и так не уложились. Так сказать, обращаясь к вашей биографии в этот отведенный академический час. Спасибо огромное, доброго здоровья и до встречи в следующий раз. Да, всего хорошего, Сергей, до свидания.